Фига ты в ямку такую выбрал. Смотри, все затоплено. Вообще все затоплено. Нифига себе. Ну да, берегового дрифта сегодня не будет. Да. Я, честно говоря, немножко на это планировал. Я думаю, если мы поедем туда, мы упремся в тот, помнишь, где штурмовали брод. И там, я боюсь, что воды еще больше тогда уж. Не, слушай, поедем посмотрим, что там с бродом с этим. Поехали, да. Может, штурмуем все-таки его. А то у нас как-то это совсем, как говорится, блин, масса какая-то тут. Ага. Около меня крутится. Или это слепни? Фу. Там где-то должна наверху начаться дорожка. Но надо глянуть, там может быть и нету дороги, а может есть. То есть пешком предлагаешь? Зачем? Пешком скучно. Езжай, я поснимаю. Так, 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 Кирилл, вы куда это вы намылились? Ну скатайтесь, ну что вам, лениво что ли? И вот на меня. Посмотрим, что у нас тут творится. Ну, кажется, проедем без проблем. Да. Согласен? Согласен. Давай попробуем. Ты первый. Да-да-да, давай, я вернулся обратно, я буду снимать тебя. Не ловить, не подстраховывать. Нет, снимать. И вот туда. О, я чуть не завалился. Что-то я этого не помню. Не-не-не-не-не, вот здесь как раз объезжали, объезд. Здесь вода была. Ага, ну нам точно объезжать надо. А то будем вспоминать картинки, как которые недавно смотрели. Квадрики, наверное, накопали. Так, по-моему, я стырил бревно отсюда. Да. Так, а мне кажется, одному его уже никак. Аккуратненько. Зачем ты бревна-то зыришь, а? Злеться. Без ног бы не остаться. Да ну. У тебя горшки ноги защищают. Все, и прямо. Если бы. Ой, завалит. Да, до дороги разбитых картеров еще, конечно, далеко. Ну да, но тоже интересно. Да. Плюги от тебя. Встану. Ой, ё-моё. Фу, фу. О, ё. Ой, встречка. Надуйте со встречки, тут какая-то еще дичь на дороге. Нормально? Ну да, более-менее. Ох ты, песок рыхлый. А, чуть-чуть... Ох... Ох... У меня тоже руль побросало. Ой, у меня, блин, по метру полтора переставляло сейчас. Машина. Еще одна. Ага. Еще одна? Ну, вот, я не знаю, насколько ты далеко, я в зеркало никого не вижу. Вообще-то я сзади. Ну ладно. А, окей. О, ой, Кирилл, я тебя не хочу расстраивать. Так. Я потерял поворотник. Ты лучше остановись. Сейчас пока черным. На. О, давай попробуем, работает вообще. Вот, работает все. Ушел. Кто там говорил про ауру приключений? Деваться. О! Приехали. Пам-парам-пам-пам. Как контейнер-то как разложено. Специально, чтобы подлиннее было.
что это как-то вообще... Мне кажется, их по два можно было ловить. Да, поговорят, по два входят.